Иногда по вечерам, чтобы немного развлечься, я ходил в кинотеатр. Один взрослый, один детский. Простите, пожалуйста, вот то место рядом с вами не занято. А, сейчас придут, прошу прощения. Скажите, а то место, я плохо вижу, свободно? Благодарю вас, вы очень любезны. Тысячу извинений. Я сейчас, сейчас. Извините. А что за фильм? Опять о море. Изумительно. Жаль, опоздали. Начало не видели. Лихо закручен сюжет.